Am reușit să vizitez mai multe centre raionale, și din sud, și din nord. Aflându-mă ieri la sud, discutând cu mai mulți vinificatori, am ajuns la o idee care sunt sigur că trebuie să devii o idee națională. Până în ziua de astăzi cunoaștem foarte bine că mai mulți cetățeni pleacă în Ucraina, în Odessa, pentru a cheltui niște bani. Alții pleacă în România și obțin zona nordului. Cetățenii din zona nordului de mai multe ori pot fi văzuți în Iași, în România. Dar astăzi noi nu avem niciun complex pentru a atrage turiștii din statele vecine și în general din toate statele de pe globul pământesc. De asta am decis, după consultările cu unii vinificatori, și mari și mici, să-i dau start unui proiect național care se va numi Orașul Vinului. Am reușit astăzi, dis de dimineață, să discut deja și cu un arhitector din Italia, un om celebru care mai târziu va veni cu conferințe de presă despre acest proiect, deoarece în campania electorală este interzis implicarea cetățenilor străini sub orice formă. Dumnealui, imediat după alegerile prezidențiale, va prezenta acest proiect. Acest proiect s-a discutat pe timpul lui Voronin. Deci merge vorba de un teren foarte bine amenajat, de 15-20 de hectare, și pe acest teren să fie prezentați toți vinificatorii din Republica Moldova. Ideea dați start национальному проекту «Город вина» пришла ко мне после того, как мы с некоторыми виноделами, пообщавшись вчера с некоторыми на прошлой неделе, они говорят, что нужна площадка, которая стала бы привлекательной для туристов не только из соседних стран, а со всего мира. Сегодня утром я переговорил с одним итальянским архитектором, который согласился поучаствовать в этом проекте. Он дал даже кое-какие наброски. Сразу после президентских выборов он выйдет с презентацией этого проекта. Это будет город вина. Там будут представлены все винодельни Республики Молдова, маленькие, большие. Это будет отель, это будет спа-салон. И это должен быть национальный проект. Это будет первый проект в истории Молдовы, который будет привлекать туристов из соседних стран и из дальнего зарубежья. Потому что мы знаем, что появлялись иногда проблемы, связанные с эмбарго, появлялись другие проблемы. И сегодня не нужно думать, как продавать нашу продукцию в той или иной стране мира. Эти контракты есть, они себе работают и работают. А вот как привлечь тысячи людей, десятки тысяч со всего мира, которые будут приносить деньги, которые будут тратить кэш в нашей стране, потому что до сих пор у нас деньги из страны только выводились. И неважно, это наши соотечественники, которые отдыхают за рубежом, либо это наши чиновники, которые грабили и в особо крупных размерах выводили валюту. Поэтому я очень рад, что эта идея нашла отклики у всех виноделов. И поверьте, это будет самое прикольное, самое интересное место в нашей стране, где с удовольствием смогут гулять и дети. При нем я попросил, чтобы был также небольшой зоопарк, где смогут играть дети, пока там олени, павлины и так далее. То есть проект очень интересный, пока мама с папой там ходит по домикам, детьми будет где заняться. То есть там будут развлечения и для детей, и взрослых. И я вас уверяю, что это еще раз будет место номер один.